Рак толстой кишки, или, как его еще называют, колоректоральный рак, коварное заболевание, от которого ежегодно страдают почти 2 миллиона человек. Главная проблема кроется в том, что люди поздно обращаются к врачу для обследования собственного кишечника, а современный образ жизни существенно повышает риск этого заболевания. Сегодня мы расскажем про 9 привычек, которые приводят нас в зону риска этого опасного вида рака. Как проявляется рак толстой кишки? Чем коварно это заболевание? Какие привычки повышают риск рака? Как проявляется рак толстой кишки? Процесс развития рака толстой кишки часто начинается с появления полипов, небольших выростов на внутренней стенке кишки. Некоторые полипы остаются доброкачественными, но иногда они начинают прогрессировать и становятся злокачественными. Большинство случаев колоректорального рака начинаются с аденомаматозных полипов, которые могут со временем превращаться в рак. Симптомы рака толстой кишки – это изменение стула, появление крови в кале, чередование диареи и запоров, непрохождение газов и боли в животе, а также утомляемость, потеря аппетита и снижение веса. При появлении подобных симптомов рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностического обследования. Диагностика рака толстой кишки включает скрининговый анализ кала и колоноскопию, при которой врач осматривает внутреннюю поверхность кишки с помощью гибкой трубки с камерой. Чем коварно это заболевание? Рак толстой кишки иногда может развиваться без явных симптомов, или его симптомы могут быть незаметны на ранних стадиях заболевания. Это связано с несколькими факторами. Рак толстой кишки обычно развивается в течение длительного времени. Опухоль постепенно увеличивается в размерах, прежде чем вызовет нарушение функции кишки и появление явных симптомов. Важный фактор – местоположение опухоли. Рак толстой кишки может развиваться в различных участках кишечника. Некоторые участки могут быть более склонны к развитию симптомов, чем другие. Например, опухоли, развивающиеся в левой части толстой кишки или прямой кишке, могут вызвать кровянистые отхождения или изменения стула, что делает их более заметными. В то же время опухоли в правой части толстой кишки могут быть менее симптоматичными. Индивидуальные различия. У разных людей различаются пороги чувствительности к симптомам или способности заметить их. Некоторые люди не обращают внимания на незначительные симптомы, пока они не станут более заметными или не вызовут дискомфорт. В связи с этим проведение скрининговых обследований играет важную роль в выявлении рака толстой кишки на ранних стадиях, когда лечение более эффективно. Тема этого видео крайне важна для людей всех возрастов. Поделитесь ссылкой на видео со своими родными, ведь знание о факторах риска рака поможет им защититься от этого опасного недуга. А подписавшись на наш канал в Telegram, вы найдете много полезной информации в краткой текстовой версии. Какие привычки повышают риск рака? Существует 9 опасных и распространенных привычек, влияние которых на риск рака кишечника доказано многочисленными научными исследованиями. Потребление алкоголя. Эта привычка напрямую связана с увеличением рисков развития рака толстой кишки. Это объясняется несколькими факторами воздействия алкоголя на организм. Во-первых, алкоголь вызывает раздражение и воспаление кишечной стенки, что приводит к повреждению ДНК и мутациям клеток. Во-вторых, потребление алкоголя изменяет обменные процессы, влияющие на развитие рака. Например, алкоголь повышает уровень определенных канцерогенных метаболитов, таких как ацетальдегид. В-третьих, чрезмерное потребление алкоголя приводит к дефициту определенных питательных веществ, таких как фолиевая кислота, витамин В6 и антиоксиданты. Эти питательные вещества играют важную роль в защите клеток от повреждений и поддержании здоровья кишечника. В-четвертых, потребление алкоголя может усиливать воздействие других факторов риска развития рака толстой кишки, таких как курение и неправильное питание. Важно отметить, что риск развития рака толстой кишки связан с уровнем и частотой потребления алкоголя. Чем больше вы пьете и чем чаще, тем выше риск. Но даже небольшое количество алкоголя оказывает негативное влияние на состояние кишечника, поэтому наилучший вариант – полный отказ от этой пагубной привычки. Второй вредный фактор, повышающий риск развития рака кишечника – это избыточный вес, что является следствием целого ряда привычек.
Избыточный вес и ожирение часто связаны с хроническим воспалением в организме и повышенным уровнем инсулина. Эти факторы способствуют развитию рака толстой кишки. Воспаление вызывает повреждение клеток и стимулирует их неконтролируемое деление, а инсулинорезистентность способствует развитию опухолей. Лишний жир является активным продуцентом гормона эстрогена. Высокий уровень этого гормона связан с увеличенным риском развития рака толстой кишки у женщин и у мужчин. Большое потребление красного мяса. Влияние этой привычки на риск рака толстой кишки объясняется следующими факторами. Во-первых, в красном мясе высокое содержание насыщенных жиров, что способствует воспалению кишечника. Также повышенное потребление насыщенных жиров может привести к ожирению и другим метаболическим нарушениям, связанным с раком. Во-вторых, люди, потребляющие большое количество красного мяса, обычно употребляют меньше пищевых волокон, которые защищают от рака толстой кишки. Пищевые волокна способствуют нормализации работы кишечника, поддерживают здоровую микрофлору и помогают вывести канцерогенные вещества из организма. Четвертая привычка – есть не просто красное мясо, а продукты из него, которые проходят дополнительную обработку. Речь идет о колбасах, копченостях, а также о мясе, жареном на гриле. Приготовление мяса на гриле связано с образованием полициклических ароматических углеводородов, которые повышают риск развития рака. Также изделия из красного мяса часто содержат добавки, такие как нитраты и нитриты, которые используют для улучшения вкуса, цвета и консервации этих продуктов. При потреблении нитратов и нитритов они могут превращаться в нитрозамин – канцерогенное вещество, которое также повышает риск рака толстой кишки. Пятая негативная привычка – низкое потребление фруктов и овощей. Это очень важная часть питания для поддержания здоровья кишечника. Во-первых, фрукты и овощи являются хорошим источником пищевых волокон, которые играют важную роль в поддержании здоровья кишечника и нормализации работы кишечной флоры. Они помогают поддерживать перистальтику, предотвращать запоры и снижать время воздействия канцерогенных веществ на кишечную стенку. Во-вторых, фрукты и овощи богаты антиоксидантами, такими как витамины С и Е, каротиноиды и полифенолы. Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами и воспалением. Они могут помочь предотвратить повреждения ДНК и мутации, что снижает риск развития рака. В-третьих, фрукты и овощи содержат множество фитохимических веществ, таких как флавоноиды, изотиоцианаты и индолы, которые обладают противораковыми свойствами. Эти вещества замедляют рост раковых клеток и усиливают иммунную систему организма. В-четвертых, кверцетин и рутин в составе фруктов и овощей снижают системное воспаление в организме, что также уменьшает риск развития рака толстой кишки. Курение – шестая вредная привычка, напрямую связанная с опасностью рака кишечника. Курение является одним из факторов риска развития рака кишечника, включая рак толстой кишки. Вот несколько способов, как курение влияет на риск развития этого вида рака. Табачный дым содержит множество канцерогенных веществ, таких как бензопирены и ароматические амины. При курении эти вещества поступают в организм и могут вызывать повреждения ДНК в клетках кишечника, что приводит к возникновению раковых опухолей. Также курение вызывает воспалительные реакции в организме и увеличивает уровень окислительного стресса, оказывает негативное влияние на иммунную систему и общее здоровье организма, а еще усиливает влияние других негативных факторов, таких как неправильное питание и избыточный вес, усиливая их негативное влияние и увеличивая риск заболевания. Недостаток физической активности является самым недооцененным фактором риска развития рака толстой кишки. Физическая активность стимулирует нормальную работу кишечной перистальтики, то есть сокращение мышц кишечника, которые перемещают по нему пищу. Недостаток физической активности может привести к замедлению этого процесса, что может способствовать задержке отходов и увеличению времени контакта потенциально канцерогенных веществ с кишечной стенкой. Недостаток физической активности может привести к нарушению обмена веществ, что способствует развитию ожирения и метаболическим нарушениям, таким как инсулинорезистентность. Эти факторы, в свою очередь, связаны с повышенным риском развития рака толстой кишки.
Опасная привычка номер 8 – избыточное потребление сахара. Она приводит к набору веса и ожирению, а со временем и к инсулинорезистентности и изменениям в обмене веществ, которые способствуют развитию рака. Также избыточное потребление сахара способно изменять состав и разнообразие кишечной микрофлоры. Некоторые виды кишечных бактерий могут разлагать сахар и производить вещества, которые являются канцерогенными или способствуют росту раковых клеток. И, наконец, привычка, которая, по мнению врачей, является одной из главных причин позднего выявления рака кишечника, это нежелание людей проходить регулярные скрининги на наличие данного заболевания. Данная методика позволяет выявлять предраковые изменения и ранние стадии рака. Обычно рекомендуется регулярно проходить скрининг после достижения 45 лет, даже если нет дополнительных факторов риска. А при их наличии скрининг показан и в более молодом возрасте. Тем более необходимо незамедлительно обратиться к врачу, если вы обнаружили кровь в кале, изменение стула или начали неожиданно терять вес без всяких на то причин. А вы следите за здоровьем кишечника? Избавились ли вы от описанных вредных привычек? Было ли это видео для вас полезным? Расскажите о нем своим знакомым и обязательно подпишитесь на канал. Мы стараемся донести полезные и доступные рецепты народной медицины до каждого, кому они помогут.